Сегодня состоялась внеочередная 29-я сессия Государственного совета Чуваши. На повестке дня было три вопроса. Была согласована кандидатура нового прокурора Чувашии. Им стал Сергей Легостаев. Ранее он возглавлял прокуратуру Рязанской области. Накануне сессии кандидатура была одобрена членами парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Рассмотрены и другие кадровые вопросы. Назначены мировые судьи и члены квалификационной комиссии при адвокатской палате Чувашской республики.